200 семей на улицу. Дольщики строящегося многоквартирного дома провели пикет у памятника Чернышевскому. Около 40 человек попытались таким образом призвать к ответу недобросовестного застройщика, который заморозил строительство многоэтажки по улице Политехническая. Дом должны были сдать еще в 2010 году. По словам самих дольщиков, компания, которую до недавнего времени возглавлял господин Тихонов, успела начать возведение еще двух высоток на Ильинской площади и проспекте строителей. И сначала ввести их в эксплуатацию, а вот завершить строительство многоэтажки на Политехнической планировали в последнюю очередь. Наше требование строить дом. Нам негде жить. У нас есть люди, которые снимают квартиры, есть люди, которые платят огромные кредиты, понимаете? Люди просто без жилья. 200 семей в Саратове по утесу 4 года ждут, когда начнут класть кирпичи.